Сегодня у нас в гостях знаменитый Варко. Мне очень приятно. Спасибо. Здравствуйте, подписчики моего канала Варко Лайф. Мы сегодня находимся Асоль, Аннушка и Ксения. Ксения. Ксения, марафон закончился. Это был для меня социальный. Я ни копейки не получил за это. Да, просто да. Хотел поддержать. И ваше мнение. Стоит такое делать? Стоит. Марафон здоровья еще. Нет, продолжать. Вот такой. Да, да, да. Я даже не так. Я очень хотела давно прийти, как только вот узнала, что пещера открылась семена. Но как-то что-то думала на 10 прийти, или вот дальше пойти, или все. А когда услышала про этот марафон, все-таки то, что и 10, и дальше вот эти 22, то есть мы пройдем полный курс. Вот мне очень захотелось пройти. Ну, вы сюда пешком ходите? Когда пешком, когда на машине езжу. То есть сами за рулем? Да, да. То есть погода, и от погоды зависит? Да. То есть стоянка здесь есть? Есть стоянка, конечно. Вот она, машина моя стоит тут под окнами. Под окнами? Да, есть стоянка. Безопасность машины и ваша? Да, да, да. То есть вы не боитесь? Нет. Оформлено. Мама. Да, здесь все есть, как положено. То есть можно на машине или пешком? Мы ходили в разное время, мы ходили и утром, там выходные дни, мы ходили после садика, после школы. Кстати, моя старшая дочь тоже ходила вместе с нами, мы никогда об этом не говорили. И у нее не было вот этой вот адаптации, как у Егора, у нее не было насморка. То есть она ходила, она все это время наслаждалась, она сделала здесь уроки за столиком, она рисовала здесь, участвовала в конкурсе. Ей тоже очень все это нравится, она очень расслабляется. Вот. Тогда провокационный вопрос. Для учебы это помогло? Я думаю, да. Она у нас очень активная девочка, она занимается гимнастикой, она у нас ходит в художественную школу и плюс еще обычная школа. Все-таки это нагрузка. Нагрузка. А здесь, да, успеваем, мы успеваем. Мы даже вечером сюда ходили. Нам вот ей, кстати, понравилось очень вечером ходить, когда она говорит, мы выходим, темно, пришли домой, она говорит, такое расслабление, она говорит, я искупалась и легла спать. Ей очень понравилось ходить вечером, прямо часов 7 где-то, вот так. Мы здесь были. С детьми очень актуально, они хорошо спят после вечера. Да, пещеры. Очень понравилось нам ходить вечером. Вот, и в плане учебы, ну она хорошо учится, все успевает, слава богу, но здесь вот именно она отдыхала. То есть, получается, на гимнастике она занята, в школе она занята, в художественной школе она занята, а здесь она отдыхает. 40 минут полного расслабления, реланса. То есть курс 40 минут? Да. Ну, один сеанс, да. По времени вы пришли 40 минут и да. Потом все. Да. И мы всегда находили на это время. И мы никогда не подпускали. Ну, какие-то там непредвиденные обстоятельства, да, там, может, один-два раза. Но мы всегда знали, что нам идти в соляную пещеру. Был такой случай, что были записаны на вторник, на 4 часа. Мы с дочерью, да, мы забрали сына из школы, мы шли пешком домой. Это была осень еще такая вот, ну, может быть, октябрь где-то. И мы заходим ровно в 4 часа домой, и мне звонит Аня. Она говорит, Ксения, а вы где? А мы забыли. И она мне говорит такую фразу, она говорит, а вот что значит хорошо себя чувствовать и забыть, просто забыть, что вам нужно дальше оздоравливаться. А мы чувствовали себя хорошо, мы прогулялись, мы просто забыли. На самом деле очень важно найти время. Некоторые придумывают себе отговорки, мол, никогда, я не могу и так далее. И когда есть надо, приходим, регулярно ходим, главное не пропускаем, тогда есть эффект, есть результат. И Ксения нам доказала, что при регулярном посещении в любую погоду можно найти время, можно прийти, оздоровиться и получить вот такой шикарный результат. Да, я понимаю, насколько занят мой старший ребенок, но мы всегда находили эти 40 минут, мы приходили. Всегда, вот за эти 4 месяца она всегда ходила с нами. Все 4 месяца. Ну что можно еще сказать? Приходите в соляную пещеру. Да, приходите в соляную пещеру, Асоль, и мы придем сюда, это точно. Сейчас вот, конечно, там, может быть, после новогодних праздников, мы сейчас подумаем, а вы мы придем. Вы работаете? Мы работаем со 2 января. То есть у вас и праздников так нет? Нет, у нас есть праздники, у нас будут короткие дни. Мы будем не 11 часов работать, а всего лишь 5. С 12 до 4. Надеюсь, это не реклама, а просто... Это реклама. Это реклама? Это реклама. Ну все. Спасибо, подписчики Варко Лайф.